Всем привет, с вами канал Tiger Outplay, и мы снова в игре Grow Home. В этой серии я решил записать не саму игру, а именно моменты, где я находил стыковки или кристаллы. В этой серии попробуем собрать все кристаллы, сделать все стыковки, нам осталось там 3 стыковки сделать. Итак, давайте начнем со стыковок. Ну что ж, начали. Thank you.
Ну что ж, сделали мы все стыковки, собрали почти все кристаллы. Почему не до конца собрала кристаллы? Просто я тут в меню нарвался на такую вот... меню Uplay. Зашел на нее, и там, оказывается, мы можем покупать себе... ну, открывать себе скины там, всякие уси... ну, сейчас, ну, сейчас сами увидите. Ну, вот Ubisoft Club прогружается. Так, вот награды. Так, так, так. Вот другие награды. Давайте посмотрим все награды. Вот у меня сейчас 140 монет Uplay. Вот мы можем в этой игре вообще что можем сделать? ПК на прокачку, вот, например, можем сделать. Набор из 5 уникальных обоев. Загрузка через ПК только. Давайте получим. Все, мы ее приобрели. У нас осталось 130 очков. Также вот кристальная частота. Кристальная частота. Обновленные прошивки. Детектор кристаллов для полной зарядки роба. Получается, у нас появится детектор кристаллов. Он будет показывать сильный сигнал, где находится кристалл. Как раз я хочу проверить на последних 4. Или сколько там, 6 у меня. Так, давайте его тоже возьмем. И усиление ранца. Увеличит эффективность ранца на 33,33% получается. Так что на 33% увеличит, в общем. Так, что, я его не взял, что ли? Давайте получим его тоже. Также есть всплеск цвета. 4 ярких костюма для роба. Давайте получим их тоже. И легкая музыка. 2 музыкальных трека в стиле электропоп для роба. Загрузка через ПК. Получить для 20 монеток. Все, мы все получили. Так что также еще у нас есть вот какие-то щитки здесь, что-то такое. Продвижение. Значок. Нам осталось найти значок перфекционист. Выполним все действия Uplay в Grow Home. А что у нас не выполнено? А, задание выполнено. Вы телепортировались в Звездное Семя домой. А, вот это нам осталось. Давайте посмотрим, что у нас теперь изменилось. В самой игре. Так, ну вот. Ну, никаких я раскрасок что-то не вижу. А вот скин появился. Вот, желтый у нас теперь есть. Вот этот закрытый почему-то. Так, Бахама бат какой-то. Банана бат. Блубери бат. Блумбат. Вот видите, у нас стал желтый теперь. Ха. Так, извиняюсь, что-то у меня микрофон барахлит. Иногда бывает прерываюсь. Так. Два почему-то у нас закрыты еще. Вот синий. Вот он синим стал. Блумбат какой-то он. Типа фиолетовый какой-то. И лукадор. Вот давайте лукадор и оставим такой разноцветный. Бат у нас будет.
Так, ой, не надо было мне туда заходить, я уже там же все сделал. Так, а почему у нас детектора нету? Давайте оставшийся кристалл найдем и потом семя, что ли, поставим. Или как сделаем? Так, давайте ранец проверим, как он работает. Ну да, вроде бы чуть как-то подольше теперь действует. Так, ну здесь мы вроде все исследовали. Но если где-то рядом находится, нам, по идее, должен датчик показывать сигнал. Давайте заберем вот этот цветочек. Так, заберемся наверх повыше. Давайте по пути наверх исследуем вот эти островки, может где-то там остались кристаллы не найденные. Так, вот мы залезли на холм. И над нами должен быть мусор. Так, мы с моим ранцем сможем не долететь. Давайте проверим. Нет, я думаю, вряд ли он зацепится. Хотя. Вот, зацепились. Да, действительно, ранец стал чуть помощнее, вроде бы как-то больше держится. Сейчас мы заберемся до конца. Поищем оставшиеся кристаллы. Просто хочу проверить, как это работает радар. Если он, конечно, работает. Но мы как? Но мы его приобрели. Он должен работать уже, в принципе. Так. Давайте вон те дальние островки, вон, которые куда я смотрю, проверим. Ну, мы здесь все исследовали, уже внизу все исследовал, мы дошли до этого, вот до этого места. В принципе, только на тех островках должны быть кристаллы. Больше просто негде им быть. Так. Как мне можно здесь посмотреть, сколько мне осталось? Так нельзя, да, получается? Так, ну мы. О, зря, зря, зря. А, вот радар работает, да. Вот видите, он показывает сигнал, где находятся кристаллы. Вон в правом углу у нас теперь радар стоит. Показывает деление антенны, где может быть спрятан кристалл. Вот мы. На какой дальности он, интересно, работает, кристалл? Давайте проверим. Просто ради интереса, вот на ту сторону перепрыгнем. Оттуда нам будет этот радар улавливать сигнал. Нет, уже. А, здесь есть кристалл еще, оказывается. Ха. Нифига себе. Даже здесь улавливаю. Отлично. Так, аккуратно спускаемся.
А я-то те кристаллы искал сначала, не знал, искал кристаллы. Так. Без этого радара. А это радар можно было, по идее, в самом начале купить. Там всего одно задание выполнить надо было, заработать 20 очков и все. И можно было купить радар, или 40 он стоил. Так что теперь вы будете знать, если кто будет играть игру эту, то сразу тут приобретайте радар, нужная штука. Так, я забрал же кристалл. А что такое? Не забрал, что ли? Там еще один есть, что ли? Не, тут забрал, это показывает, пока, походу, так далеко он ловит сигнал, что ли? Фига себе. Да, это он так далеко сигнал может ловить. Так, ну-ка, пропустите, пропустите. Мне тут кое-что забрать надо. Да что ты. Вот, нам еще осталось найти всего два кристалла, и у нас будет 100%. И посмотрим, что же нам там дальше будет прокачка. Еще мощнее ранец будет, что ли. Это будет круто. Так, сейчас мне надо вернуться как-то обратно. Так, вон там наверху островок. А хотя мы там стыковку делали, мы там обследовались. Вот там наверху еще есть. А тут, в принципе, их еще много. Так, ну что ж, давайте еще поищем. Если нет, то пойдем сдадим. Выполним сюжетную. Чтобы долго просто не лазить здесь. Так. А, ну здесь я был, это телепорт же. Там я лазил. Ну а давайте на самый верх залезем. Сдадим, а потом уже в конце серии как бы оставшееся время поищем. Может, там и наверху ведь как раз недостающий кристалл. Там сейчас еще облазим. У нас же есть теперь радар. Так, вот телепорт он. Отправляемся на самый верх, посмотрим мы там до конца, что там надо делать. Дошли до конца. Давайте попрыгаем по этим камням, может где-то здесь радар уловит. Сигнал. Так, мы чуть не упали. Так, пока радар ничего не ловит. Так, сигнала нет. Нету. Так, не падай. Так. Ну, если сигнала нет, его и не будет, скорее всего. Так, ну здесь... Мы же здесь разломали камень, может здесь появились какие-то кристаллы. Давайте здесь полазим. В этих обломках может где-то есть.
Да ты чё решил теперь упасть? Ладно, давайте вон телепорту. Ой, на самое начало оборнулись. Так, ну вот, ну мы туда лазили, так. Вот здесь прям прошелся, он как раз вот осколки валяются. Но никаких сигналов, что где-то есть кристалл. Ничего не подается. Так. Ну что, ну давайте наверх пробиваться. Сигнала нет. Скорее всего, где-то мы внизу, на этих островках, где-то еще не нашли два. Не подобрали. Так, давай поднимаемся наверх. Так, не падай, не падай, держись. Ой, там очень высоко подниматься. Думаю, лучше будет от листочков. Главное не перелететь. Так. Чуть-чуть не упали. Так, ну ты заберешься, нет? Так, а где наш... А, вот наш корабль. Так, тут... Что-то... Я их могу взять, нет? Да. 1.7 вроде там на корабль надо отнести. Вот он наш корабль. Стоп, стоп. Главное не перелети. Где семя? Не падай, семя. На, тут эти надо разблокировать. Так. На этом я видео заканчиваю свое. 7 мы положим в следующей серии, продолжим. Там еще нам осталось 2 кристалла, надо найти. А я на этом свое видео заканчиваю. Увидимся в следующей серии. Следующая серия, наверное, скорее всего, будет финальная. А я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, всем пока.